Итак, я начинаю новый репортаж вот с этого почтового ящика, куда вы можете отправлять письма. Письма доктору Павелу. Вот здесь живет доктор Павел. Вот это его дом. Вот там вэн. Сзади гараж. Вот это драйвей. И сейчас доктор едет, смотрите, на какой технике, собирать свои кабачки, которые он выращивает на собственном огороде. Обратите внимание, мы находимся в Пенсильвании, возле, значит, прапорти и дома, где живет сам доктор Павел. Вот, он подъехал. Подъехал доктор. И сейчас будет собирать. Доктор, что ты там собирать будешь? Кабачки? Или тыквы, или что? Здесь у меня был огород. Вот это черная смородина. Так. А здесь я сажал кабачки. Вот то, вот так. Я просто насыпал навоз и клыками разрыхлил. Я не копал даже. И посадил кабачки. Но они уже высохли. А мне же надо собрать урожай кабачки. Конечно, доктор. Ну, поэтому мы и будем подходить ближе. И сейчас вы сами лично увидите, как сам доктор Павел собирает плоды со своего огорода. Вот такая улица. Вот эта улица, вот этот дом. Где живет сам доктор Павел. Смотрите, какие у него высокие деревья. Как у него красиво здесь. Свежий воздух. Смотрите, какие деревья у него, классно. Там соседи у него. Улицы. Все в деревьях, все зелено. Красота неописуемая. Свежий воздух. На смородину. А ну-ка. Видишь, они сюда аж расплелись. Вот по смородине, видишь, эти их. И вот они тут. А ну-ка. Вот они, кабачки, которые доктор Павел и собирает. Это наши кабачки, которые, ну, плетутся. И это наши кубанские такие, ну, кабачковые икра. И их надо просто это собрать и положить в подвал. Так, ну а как они? Они такую толстую корку имеют, а потом зимой их разрезаешь, так. Счищаешь с корку, внутри семечки очень вкусные, и тогда делаешь, жаришь икру, морковочку, лучок поджариваешь, ничего себе. Туда болгарский перец, и тогда много вот этой кабачка, ну там хмели-сунели, там уже все это по вкусу добавляется, и тогда и корка такая получается. Доктор, ее можно в баночке. Доктор, ты сейчас так рассказываешь, что появляется аппетит даже. Они у меня тут расплелись везде. А ну-ка. И вот смотрите, здесь они. Смотрите, они у него по всей прапорте, смотрите. Ходи вот. Собирай. Ничего себе, доктор. Так у тебя получается что, сбор урожая сегодня или что? Да, сегодня сбор урожая у нас, ну, как жатва, жатва. А, сегодня жатва. Смотри. О, смотри, какая красота, а. И они еще вкуснее, чем зеленые. Вот именно вот это дозрелое, вот это. Они не деревянистые, нет. Ай-яй-яй. Вот деревянистая вот эта вот жесткая корка. А внутри как раз вот это самое отличное. Самое то, да? Да. Так что вот тут по лесу они не расплетаются. Значит, вот эту технику доктор называет скидлоудер, да? А еще называют ее как? Бобкэт, да? Бобкэт, да, он называет. Вот, так что может и так называть, и можете вот так, как доктор. Ну, скидлоудер, но бобкэт — это марка его. Ага, вот он еще. Ну что, сбор урожая продолжается. Значит, доктор счастливый. В этом году у него урожай. Смотри, по два кабачка носит себе и не смущается вот это. Смотри, как он затаривается, а? На зиму заготавливают это кабаки. Ничего себе. Ну вот так вот. И тут техника. Расплелись в кустах смородине. Видишь? По да. Смородине расплелись они тут.
Вот, обратите внимание, какие у него зеленые улицы здесь, как все зелено, какой у него здесь приятный свежий воздух. А кабачки у него органик. Но я вам показывал и огурцы, и другой огород, это с другой стороны, как у него классно здесь. Обратите внимание вот это. Я просто тут осыпал навоз от курей немножко, перегнивший. О. Ну и траву, которую я скашиваю, я ее сушу, потому что я ж ничего тут не брызгаю, не подсыпаю. В общем, у тебя чистый органик, так? Чистая органическая даже трава, я ее сушу, тут клеверок, подорожничек. И это все курочки зимой кушают, сенца. Mm. Там сейчас на бетонном этом... А яички, какие у доктора Павела... Я сушу. А яички, которые я пью у доктора Павела, какие они вкусные. Ай-яй-яй. Они тут расползлись везде. Смотри, ты их находишь. И вон, смотри, справа от тебя еще кабачок вот это. Да, чуть-чуть испортился. В общем-то, смотрите, как доктор это в поисках кабачку вот это. Ну что, смотри. Значит, наполняется все-таки вот этот вот ковш кабачками вкуснячими. А это скидлоудер, на котором доктор вот ездит здесь. Смотрите, там у него растет вот этот бамбук. Вот это бамбук у него зеленый, лес такой, красиво так у него здесь, классно, такой свежий воздух. Смотрите, как можно с этой стороны подниматься у него, подъем к дому. Ну, в общем, хорошо у тебя, доктор Павел, здесь. Так что бобкетик у него. Вот. Что еще можно показать? Дрова. Я, доктор Павел, заготавливаю дрова, да? А ну давай, самый большой кабачок сюда. Неси вот это. Вы не подумайте, что это в Палестине. Да. А это вам штат Пенсильвания, где живет наш уважаемый добрый видите, доктор. Самый большой у меня. Да вот этот тоже большой. А ну-ка. Я думаю, из вот этого как раз надо будет взять семена на следующий год. Чтобы у меня тут было опять огород хороший. Ты смотри, ты отбираешь даже семена из непростых кабачков, а стараешься... Да, самый лучший такой семена. Самый лучший, надо. Отборный, большой. Посмотри, как классно у тебя все получилось. А потом еще у Минонитов или у Амиши возьму конский навоз. Засыпать туда и вот, знаешь, клыки под этим там, клыки скиты подымать. Ух ты. Вот клыками я тут порыхлю, и все нормально. Я также вот смородину сажал, клыки сузил вот такую, этой клыками по вот так яму такую выкопал это. Разрыхлил, навоз засыпал, вот какая смородина черная у меня тут. Очень мощная. Вот видишь, как классно. Ты собрал уже все или еще нет? Я думаю, что я их все собрал. Да? Потом просто я проверю еще потом. А ну-ка, теперь заводи своего коня. А? Вот это сейчас мы посмотрим, как ты его заводишь и повезешь. Вот эта стену мне немножко сломала. Здесь дрова разгрузил он. А, и, ну, ее там камни, подумаешь, уложить потом. Ну, это доктор найдет порядок. Это да. У него лестница поднимается туда. Главное, дрова я заготовил уже. Да, у него классно. Ничего себе. Это ты сам делал вот эти стены, да? Да. Ты их... Ну, с скидлоудером. Ну, понятно, поднимал их. Тут а камни нет. Вот это вот здесь вот, все в земле, тут камня много. Смотрите, как у него бамбук здесь, красиво все, зелено. Вот. А мы идем к дровишкам. Смотрите, вот это дровишки доктор Павел заготавливает на зиму. Значит, у него будет... Ну, просто положил их распилить зимой, просто их колоть не надо, поэтому я их так ложу. Это. Классная дрова. А вот эти дровишки уже это все... Смотрите, какой бамбук. У него очень много бамбука здесь. Слушай, вот это идея. У тебя с такого бамбука можно целые заборы делать, да? Ага. Посмотри, все в бамбуке. Дрова мне твои. Видишь, у меня этот сам шап мой загорожен бамбуком. Вау. Его не видно. А он быстро растет, доктор? Конечно, быстро. Когда корни мощные посадишь, вот закопал эти корни, они пошли. Смотрите, у него вся стена здесь.
и закрывают его шап. Ну и вот смотрите, в чем радость доктора. Смотрите, какие хорошие у него дрова. Такие дровишек. Знаешь, как той песни. Мы еще потом снимем доктору песню, чтобы поленья трещали в камине. Вот это. Значит, видишь, я сделал... Тут три ряда лежат дров. И вот так я доску, и чтобы там поддувало чуть-чуть под ними сверху. Я просто на Акшине купил это рулон такой, это нейлоновой ткани, это называется bulletproof. Ну, жакеты шьют, пули непробиваемые. Но они там набирают 20 чем-то слоев, кажется, ее. А так она водонепроницаемая, хорошая, на долгие годы хватает. Я из нее сшиваю, и уже у меня шит полностью сюда накрыть. И отлично, потом на скидлоудере я могу возить туда наверх дрова. Ну так вот прекрасно, смотри. А теперь куда ты кабачки повезешь? А кабачки я их в подвал сложу, в доме в подвал, на пол, там холодно на бетоне. Они могут лежать почти до весны. И ты сейчас будешь ехать на скидлоудере, да? Да. Ничего себе, смотри, ты, мы сейчас проследим дорогу, даже доктора повело. Знаете, как он энергичный, смотрите, как он бежит. Вот. А потому как он питается чисто органик продуктами. Смотрите, хоп, запрыгнул, как на коня. И поехал доктор наш. О! Вот, смотрите, как доктор ездит. Поехал доктор себе. Поехал доктор себе в гору. Повез кабачки. Да, был свежий воздух у доктора Павела здесь. А сейчас что-то все в дыму. Видите, тут еще и мотоцикл ездит. Так что мы идем к доктору Павелу, куда он подъехал. Подвез кабачки к дому и будет их опускать в подвал. Ну, вот запомните этот адрес. Здесь живет доктор Павел. Если будете писать письма или высылать посылки. Вот так вот доктор приехал. Задание выполнил свое. Урожай собрал. А вот ты заметь, как подросла айва, больше стала за полторы недели. Вот как холодать начинает, сейчас чуть-чуть прохладнее стало, не так жалко. Вот видишь, айва настолько крупнее стала. Конечно, крупнее. И сегодня даже я айву попробовал, доктор меня угостил. Она еще не сильно заелая, но одна упала. Да, она вкусная айва. Свалили. Опять напоминает мне детство, Кубань, где была у нас айва вот эта. Так что, доктор, смотри, как получается. Все у тебя хорошо. И айва у тебя. И все. Ну, вот видишь, какой счастливый доктор. Да. А огурцы хороший урожай в этом году был. Да, у него... Кабачки хорошие были. Помидоры сейчас еще есть. Морковка там, петрушка, все это, зелень. Отлично все. Ну, все, доктор. А, даже у меня еще картошку надо выкапывать сейчас. А, ну мы же не будем сейчас выкапывать. Не, сыровато сейчас. Понял. Дня два как раз вот солнце будет, и я потом ее выкопаю. Ну все тогда, готовься, мы еще уже все, или будем что-то делать еще? Ну все, вот там сено я сушу с той стороны еще. Все, да. Ну все, вот так вот и живет доктор. Красиво. Все, доктор, готовься тогда, уже будем ехать далее. Да, сейчас нам на вечер у нас это, мы едем в этот, к Володе. Там можешь коз заснять, у него хозяйство, огород тоже, козы. Ну все, готовься. Ага. Ну
ты много не расходуешь-то? Да все будет и хорошо. Давай. Все отлично. Вот так вот мы и сняли про доктора Павела. Ну а репортаж идет к концу. И как всегда с вами, вы меня уже узнали по голосу, возле дома доктора Павела снимал этот репортаж ваш журналист Дон Пабло. Це я с вами. И до следующих репортажей. Ваш Дон Пабло.